подняться не можешь нормально. 9 на 9. Так, я вообще-то запустила трансляцию. Что? Что происходит? Господи, боже мой. Почему никто мне в чат не написал то, что у меня не запущено? Люди хотят OnlyFans, Лер, короче, я понял. Короче, мне кажется, что вот эта часть, которую мы с тобой обсуждали про помыться, я не запустила стрим, никто не знает. Давай оставим легкую загадку, что вы там обсуждали про помыться. Вот, пусть люди думают. Откуда у тебя пароль? Боже мой. Он зашел, он не мог мне написать просто в Steam спросить, это со мной стримили, да. А, со мной стримили, да. Просто... Иди на стрим, смотри. Вышел уже, блин. А, ладно. Настолько любопытный. Не, а он мне там, у меня говорил, что типа ему вообще дохуя зашло, когда я там сидел, пиздел. Говорит, давай, заходи в стрим. На самом деле... Не зовет нихуя, блядь, почему-то. А там... Да, да, мне просто заслужить надо. Хорошо себя вел в последнее время? Я не знаю. Я так понимаю, что... Ты был хороший мальчик? Я был, может... Короче, ладно, я воздержусь от комментариев. Ладно, забей. Да не, я по пизде-то всегда готов. Мне надо просто, ну, типа, заранее там, за пару часов сообщить. Часто я просто увидел Эвила, думаю, ну, блядь, здесь-то я, наверное, смогу сейчас языком почесать. Мне много есть что сказать этому миру. Вот. Но он вышел, поэтому... Ну, я уже настроился, что вот мы с Лерой попиздели чутка. Поэтому давайте я представлю, собственно. Что они там, скажите, начеркали? Короче, там пикнули Lost Village. Ой, подожди, нет. КВР они пикнули, по-моему. Да. А решающая? Разберемся, я понял. Короче... По-моему, без решающей, нет? Ну, так, откровенно. Не, я ни за кого не болею, как бы, хотя я сделал наставку, конечно, на париматч или где-то. Вот. Ну нет, я ничего. Меня никто не спонсирует, авиасейлс, нет. Все нормально. Блин, вот если бы мне за это платили... Матч начинается. Фишермен. Я тоже могу бургер потом купить, Лер, не переживай. Ты купишь мне бургер? И... Поехали, да, бургер куплю. Если я ролл выиграю, то исключительно. Чтобы у меня деньги были на бургер. О, нихуя себе. Слушай, ну вот это неожиданное открытие, конечно. Егорка молодец. Что-то сотворил. Карыш, да, Карыш добьет, не добьет? Нет, Карыш такой, пизду. Пойду за шотганом, а шотган нет, шотган за деньги сегодня у нас. Я за Карном смотрю. А сейчас он на пиздюлице, походу, у нас. Да, так и есть, Хоми молодец, раздавил его. Да, приятно видно, что не у фаворитов есть контроль карты. Вот. Тем более, что сейчас самое настоящее противостояние старой школы против новой школы. Оба Егора из клана Егоры, они начали играть в году 2016, в то время как Квас и Карнейдж вообще из покон веков присутствовали в этой игре. Скажи, Джо, ты с ними тут много играл вообще? С Квазом не то что много, но Карн же помню давным-давно вообще. Хер знает, когда у меня Шнайр Волс на груди не раслезет, с ним играл. Это прям чуть-чуть лет, там больше 10 назад было. 100%. Он давно играет. Даже старый игрок. А особенность клана Егора заключается в том, что у них один Егор, а один Святослав, кстати. Вот, если вы не знали об этом. Блин, вот одно время мы с Невидом играли, у нас был клан Валеры, но мы оба Валеры были, так что у нас все честно было. Мне кажется, они кланы... Кажется, наебать публику все-таки. Слушай, ну Еролов не устраивает, конечно, текущее положение вещей, я вижу, они немножко так разозлились, они легкие ошибочки допускают. Вот. Кстати говоря... А вот Егор настроились, что-то на пиздулятор ноются. Кстати, несмотря на то, что Квас играет за Реблов, да, ну команду, то есть Ерол, все-таки это является домашней картой, в общем-то, Егоров. Это здорово, то есть для них, как бы, несмотря на то, что... Комбов играет на своей домашней карте? Ну, так они просто начеркали. Видимо, как бы они либо себя переоценили, либо недооценили Егоров. Вот, но я знаю точно, что Хоми и Егор обожают эту карту. Ну окей, давай посмотрим. Мне даже сейчас интересно стало. Потому что карна Кваста, ну, это такое достаточно сильное. Вообще, парта. Может быть, сейчас Егоры, конечно, их тактически раскидают. Но пока что контроль карты не за ними. Они вот только должны совершить раш, вот, и базы, всякие терны. Карта сейчас в голову не попал. Кто там за черного комбайна-то у нас играет? А, Егор за черного комбайна. Ага. А Хоми за белого. Понятненько. Буду как-то различать. Так, понаблюдаю-ка я за Квазом. Давненько я не смотрел его игру.
Ну, Квас недавно вернулся из отпуска. Он, насколько я помню, был в Греции. И кроме употребления небезызвестных таров джа и дикого секса, в принципе, ничем не занимался. Вот. И только недавно начал. Что делать в самом Греции? Да, ну, на разъебанные какие-то храмы смотреть. Да ну зачем? Ну, не знаю, блин, там поесть донеров там или тех, как там. Я, блин, я забыл, как они называются. Ну, понял. За море дудку и. Ну да, да. Ну это можно делать, в принципе, в любом городе. Ну, кроме Москвы осенью, знаешь, как бы там на море особо ты в Москве не поплаваешь. Там. Только на Люберецких карьерах разве что, но они не солёные. Вот в Мытище, кстати, тоже можно поплавать, кстати, рекомендую. В лужах? В основном вертикально, да. Ой, ой, господи, меня сбили. Мытищах могут сбить, да, Лер. Так, не очень с вождением. Слушай, ну, Егорки что-то как-то вообще упускают контроль, на самом деле. Они начали бодро и, походу, сами обосрались от того, что ебать, мы сейчас всех тут вообще победим, и что-то как-то... А тот самый фраг, который сделал Егор, вот до недавних пор был, между прочим, единственным. Но не успел он разыграться, мало того, что он опоздал, так еще и, ну, вот, собственно, решает то, что... Не знаю, что там, как Квас. Квас тоже вроде не особо играл сейчас, но Корнейд точно расстреляться успел. Они вдвоем сбежали. Не, ну молодцы, так и надо. Что, в два на одного, по большому счету, это идеальная тактика, когда в 2-2 играешь. Просто вдвоем бегать и все. Не давать РПГ на этой карте, как бы не давать шары и все, и победа за вами. Главное, вдвоем бегать и все, вы будете их разваливать. Кстати говоря, ну, что-то показывает, пытается в одном из делать. Прошлых матчей, вот когда они играли против Нии и Фишера, они тоже начали неплохо, но потом Егору получилось как бы собраться, и они почти смогли выиграть. Но тогда единственная фишка была в том, что они играли, конечно, за сторону реблов, их все-таки слышно поменьше, они как-то кажутся полегче, покомфортнее. Посмотрим, получится ли он. Ну, там, наверное, можно распрыгиваться в пресеве в целом, если скорость не супер важна, тогда тебя не будет особо сильно слышно. Но на самом деле, как показывает моя личная практика, не знаю, как у других, если ты как бы не кемперишь на карте, то даже если зартогишь за комбайна, ну, в целом тебя не супер сильно слышно, но все время движуха какая-то происходит. Вот, но минус комбайнов, конечно, в хитбоксах, понятное дело, в толщине модельки. Я бы все матчи играл, конечно, в эквалайзере, так все-таки частей, на мой взгляд. Не знаю, почему так все не играется, почему люди так не хотят, типа ближе к оригинальному компакту, не знаю. Предусмотрено это, в общем-то, правило, не, они это, не хотят, именно, то есть... Вот я не знаю, почему. На мой взгляд, это как-то, ну, более спортивно получается. Но с другой стороны, есть, ты знаешь, то, к чему привыкли. То есть, может быть, это, знаешь, чувство хоум-карты, когда вот... Не знаю, мне сложно это сказать. Действительно, логичнее было бы играть в эквалайзере. Ну да, ну не знаю, в целом, мне кажется, пиху все бы в эквалайзере играли, расстреливали. Там кого расстреливают, комбайнов или ребелов в эквалайзере? Комбайнов, да? Ну, белые комбайны, только у них другой цвет. А, ну, как бы, мне кажется, норм вполне. Да, у него самые маленькие хитбоксы, вот, из всех комбайнов. Почти ребловские, там у него чуть-чуть бедра шире. Ага. Чтоб трясти ими как следует. А-а-а. Лер, ты слушай, да, я запишу себе сейчас. Так, ну Егорки что-то начали активно впитывать, вот. Как будто боятся они, на самом деле, осторожничают очень сильно. При том, что вот их стиль игры, как бы я вот против них обоих играл, заключается как вот в агрессии. Но, видимо, подавляют они. Все-таки Квас игрок тоже сука опытный, он... Его так взять просто и прорашить не получается. Видимо, они пару раз обломались и не спешат с этим, но... Им вдвоем бегать реально плюс-минус там расстояние 20 метров в идеале, вот, иначе их просто раскатывают, вот, потому что Карнедж с Квазом, они взяли Магнумы, плюс-минус держат какую-то дистанцию, они их просто тупо расстреливают, даже с двух сторон могут расстреливать. Вот, поэтому комбам здесь надо бегать вдвоем. Вот, но они не могут, видимо, собраться вместе, торопятся, собирают там... Не знаю что, ну то, что под руку попадется. На месте Егоров я бы вообще кардинально задумался над кардинальной сменой тактики. То есть им нужно либо конкретно брать и синхронно это все отспамливать, то есть брать там по два шара, типа накапливать, как-то не умирать, и пробивать вот именно таким образом, либо пытаться брать РПГ, потому что то, что ты предлагаешь, ну, тупо за счет как бы скилла и мувмента они их обыгрывают. И это для них перестает быть опцией с каждой минутой. Да, да. Им надо просто собраться в одной точке. Взять там, не знаю, одному, ну окей, если это в районе где-то шаров, одному шотган, второму R2 с шариками, и вот там как-то зону пытаться караулить, плюс-минус. Там, конечно, хапчика мало в плане армора,
Но хотя бы у вас шансов в этом случае больше. Держитесь вместе, попробуйте кого-то расстрелять. А так пока двукратный отрыв, и это даже не половина карты, ну... Конечно, с учетом того, что они за комбов, они больше впитывают, ну посмотрим. Ну, надо еще отметить, что вторая карта, которая будет Air Fusion, судя по всему, менее наигранная. Она пиздец непредсказуемая, потому что там она, во-первых, маленькая, во-вторых, там все респы рядом, там пернуть нельзя, чтобы тебя на другом конце карты не услышали. Ой, извините, поэтому, как бы да, там всякое может быть, но опять же, там будет индивидуальный скилл тоже все не зарежет. Плюс кто мегу контролит. Вот, надо тайминг меги знать, это минуты 15, если вдруг кто не в курсе, вот, именно на эре. Ты имеешь в виду какую мегу? Ты имеешь в виду контроль? Подожди, Air Fusion, блять, я перепутал. Это же Air Fusion у них или Air Walk? Air Fusion, Air Fusion. А, Air Fusion, простите, да, я с Air Walk перепутал. Сарямба. Ну, на эре, в принципе, тот, кто держит верх, тот победил, потому что если вы тусуете за зарядкой, у вас рядом дохуя армора. А, можно прыгнуть на магнум, опять же, у лифта, там тоже два арморчика будет. Спам неподалеку есть, можно спуститься с харами, в любой момент уже вернуться обратно. Короче, на эре надо держать вверх для зарядки. Вот, и вы видите, если кто-то прыгнул в РПГ, всегда зарядки можно туда либо гренку кинуть, либо из магнума ебануть. Вот, либо просто взорвать человека, который там находится, там на кнопку, если нажать под РПГ. Да, вот, поэтому да. Вверх контролится, если тот, кто контролит вверх, тот контролит R весь. Согласен. Ты согласись, что структурно и геймплейно, в принципе, Caverns и Air Fusion достаточно похожи. То есть довольно много рамп. Единственное отличие, что Air Fusion трехэтажная, и нужно юзать этот лифт, являясь, между прочим, легкой мишенью для этого. РПГ тяжело берется. Вот. Плюс, и так разделена на две зоны, судя, ну, по большому счету, на, так скажем, бэкмаг, да, который, ну, он же является спамом, да, как и здесь. Ну, отличие, вот, и возможно... особо не дает, на самом деле, каких-то преимуществ, потому что на бэкмаге мало ништяков, мало армор, мало всего. То есть, по сути, у тебя единственное преимущество — это магнум, из которого ты можешь, не знаю, обосравшись, попробовать кого-то захедшотить. Да, вот. А так-то, ну, да, легкий дисбаланс в игре 2 на 2 у тебя присутствует. То есть, если ты 1 на 1 играешь, у тебя больше шансов. Если ты собрал на бэкмаге спам какой-то, с шарами особенно, ты можешь противника заспамить, что-то попытаться сделать. А 2 на 2, ну, и особенно если один человек будет тусоваться внизу на А2, вот, где, ну, где этот тоннель наверх. Где банан, отсюда еще, да? Вот не где банан, а где тоннель наверх идет. А, понял. Все, ты можешь сидеть внизу, если на тебя даже два энеми вышли, ты тут же прыгаешь наверх и спамишь сверху шарами, все, тебе ничего никто не сделает. И ты слышишь всю карту, как бы по центру. Ну да, да, логично. Посмотрим. Плюс у тебя тоннели еще озвучиваются, когда кто-то в них прыгает, ты сразу понимаешь, что кто-то сейчас у тебя окажется за зарядкой обязательно. То. Ты все слышишь, все знаешь. Да, обидно, конечно, перестреливают здесь совершенно в мясо. Вот я бы именно сказал перестреливать, волевой шар от Егора. На самом деле идет разница уже индивидуального скилла игроков, потому что, ну, как бы Ерол, они индивидуально, мне кажется, каждый сильнее, чем другой противник. Ну, насчет Карнейса я бы не был так уверен, но то, что они сыграннее и ответственнее подходят к этому турниру, однозначно, потому что Егор, он, например, ну, сегодня вообще, то есть, как бы, не поиграл, у него там какие-то были реал-лайф дела, может быть, работа, может быть, девушка, может быть, там... Еще что-нибудь? Папа в промышленном масштабе. Хер его знает. Да, да, да. Ну, я делаю ставку все-таки на следующую карту, вот, чисто из, так скажем, спортивного интереса, вот, на Егоров и... Ну, вот, за Ребелов, вот. Это да, Тарас. Плюс я тогда на паблике с Хоми играю, на Эрфьюжне, может, что-то он там задрочился со мной. Надеюсь, по крайней мере. Хотя бы, чтобы какая-то конкуренция была. На это посмотреть интересно, потому что пока в одну калитку все это прилетает, и что-то как-то... Не знаю, даже каких-то суперинтересных моментов нет, просто тупо перестреливать Егоров и все. Ну, хотя бы не двукратный отрыв, чуть поменьше, кек. Подожди, я бы даже сказал, не столько они их реально перестреливают, сколько они их перемувливают. То есть у них просто больше ресурсов, да, соответственно, и лучше позиция, и они всегда в таком сэндвиче. То есть когда, ну, то есть каждый из Егоров дерется один на два. Того, что, да, я сейчас вижу, Егоры торопятся очень сильно, у них нет четкого какого-то плана. Они не могут даже вдвоем банально вместе собраться и что-то попытаться как-то сделать. То есть Ерол держит карту. Тупо. Да, они даже особо сильно не стараются, они тупо держат какие-то, может быть, отдельные зоны каждый, но если начинается какая-то заваруха, просто... О, Егор сейчас какой хороший красивый сделал. Красивый тоже да, видел. Вот это молодец, да, это хорошо попал. Блин, я запомнил, в этот момент смотрела, сори. Вот, ну потом.
посмотришь на запись своего стрима. Вот, короче, просто да, Ярол быстрее реагирует запись. Гораздо. Я да. забыла ее включить с самого начала. Ну, значит, что ты не посмотришь этот момент без возврата потерян, если никто не пишет демку. Демки пишутся, вот, как всегда, на SF-сервере. И более того, каждый из этих игроков обязан, согласно правилам турнира, записывать по демо, так как это первый дивизион. И ладно, мы не будем сейчас об этом, вот, они и сами это знают. Хотелось бы немного мне еще добавить что-то. Вот, касательно этого матча. Но я не буду. Ну правильно, нахуй оно надо, давай просто посмотрим. Ой, как Егорка сейчас получил плюх, ты как раз за квазы смотрел, Егорка вообще да. не ожидал. Квас, конечно, резво очень отреагировал на всю на эту возню. Ну сейчас, кстати, Карн еще от кваза не получил раскаленным болтом. Как-то он раздухарился очень. Сейчас у Хоми была возможность добить кваза, но что-то он как-то провалился чутка. Да что-то у него 100 хп было. У кваза там вообще копейки какие-то оставались, там хп 20, наверное, было. Нет, он 50, по нему хорошо соль. Это он потом, после первой хилки, по-моему, полтинник был. А после соли он перед хитом попал под солкой в него, да, там было жестко. Ну просто квас играет увереннее, свободнее, раскрепощеннее. Да, он просто чувствует, что ребятки немножечко мандражируют, видимо. Они не могут толком собраться, нет плана на игру. Ну и просто он в натуре один в двух идет, перестреливает. И тут... Ну, у меня такое ощущение, что вообще без шансов тут собраться бариков ноль уже, тем более двукратный отрыв. Да, обидно, обидно. Именно поэтому... Ну, как бы Егорка даже Грену прямо не может кинуть, то есть что-то он вообще прям... Конечно, хотел, наверное, видимо, перехитрить, сделать так, чтобы он его гравой не поймал. Но как бы пикует, там расстояние метров 30 между вами, кинь ты в него в граву, у тебя время останется еще добить его. Вот, вот Егорка, вот походу услышал меня, бля, без подсказок, конечно, моих нихуя не могут сделать, блядь. Щенки, блин, на валетке реально, все, башка там Фишер в чате написал, бля, демку надо было, без подсказок, как залетел. Фишер, аккуратно там. Короче, да. Я за Хоми посмотрю, что-то я за Кваза начал смотреть, но за него нихуя не интересно. Он не может удивлять. Вот, кстати, что еще интересно, то есть вот... Егорка, показалось, ловит небольшую дезмораль. Вот мне кажется, что если вы начинаете уже проигрывать как бы карту, используйте это время для того, чтобы подразмяться, расстреляться вот для следующей карты. То есть очевидно, ну как бы, чтобы там практически двойное преимущество не отыграть за 4 минуты. Ну, пробуйте делать, блин, там фликшоты. Опасаться можно. Видишь, сейчас они что-то вот пытаются, как-то пыхтят. Но мне кажется, что уже тут они начали пытаться, вот, и как бы тратят энергию зазря. И в то же время и роллы подрасслабились. То есть они уже такие, ну, сам понимаешь, типа, карта наша, будем, ну, типа, вдыхать. Ну да. Ну, кстати, насчет Хоми, он игрок, как бы... Он не постоянный очень. Вот, то есть, я как бы не играю, да, там, на SS-серверах, на все это возни, я смотрю по пабликам. То есть, иногда зря, зря не играешь. Он мне как бы там может, да, что-то там... напинаясь. А иногда заходит, я его просто там в одну калитку как бы раскуячу, даже вообще не замечаю его. То есть он, видимо, то ли игрок настроения, то ли там, не знаю, что. Вот сейчас нормально Хоми сделал. Молодец, хороший момент был. Хорошо бочки подловил. Интересно было. То есть вот он, если у него, не знаю, хорошее настроение, либо что-то как бы здорово, он прям разъебывает. Вот. А если что-то не так, то есть я прям вижу, что это как будто вообще другой человек совершенно. У меня, конечно, тоже такое бывает, но как бы я матчи-то особо не играю. То есть в матчах-то постоянство важно больше. Ну, вот. Это... Да, у него потенциал хороший, как игрок достаточно неплохой, но вот что-то вот ему иногда прям сильно мешает. То есть у него амплитуда и вот этой вот результативности, она, конечно, пиздец, как скажет. Очень сильно. Ну, твою амплитуду результативности хочется дополнить, что геометрия вещей для Хоми вот, заключается в первую очередь в безответственности и инактиве. То есть, ну, что называется, под пивас. Понимаете? Ну, как я играю в целом. Ничего плохого не вижу, кстати. Но я хочу что заметить, кстати, вот я зальчик качу, там, хожу, типа, тренится. Я заметил, что когда качаешь вверх, руки прокачиваешь. Заходишь потом играть, пиздец, как попадаешь вообще во все. То есть у тебя в руки кровь наливается, питание поступает, и ты вообще нормально все попадаешь. То есть даже если захожу, я там что-нибудь выпить могу, вообще, то есть, а им просто невероятно. Поэтому занимайтесь, дети, спортом. Вот. Плюсую, плюсую. Это конечно, не выпивка, здесь здоровье надо иметь, но спорт тоже помогает. Для выпивки тоже здоровье надо иметь. Называйте запастую печень еще. Да, да, если на спортивном уровне как бы выпивку рассматриваем, то
Там здоровье надо. Если вы хотите мастера спорта по литерболу взять, то, конечно, да, нужны ежедневные тренировки. Кстати, немножко хочется придушить и дополнить слова Джерка. На самом деле, если заниматься в зале, блин, фэтсмокер просто вообще раскидало, сейчас прерываюсь. А они просто отвлеклись друг на друга, такие, ой, как мы хорошо выглядим, и просто пиздняку получили. Найс. Короче, более того, ты мало того, что как бы налаживаешь вот эту связь, да, мышечно-мозговую, у тебя лучше работают левая и правая рука, что нужно для, ну, как бы... Для промышленного анонизма, но и для халфаса тоже. Да, да, подходит, отлично. Так что, левая, да, занимайтесь. И правая рука, ты так сказал, как будто еще руки есть. Секундочку. Стоп, у тебя сколько рук? Есть еще дополнительные люди иногда в квартире. Да, 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 да. Вот я у них тоже есть левая и правая рука. Они могут сделать кофе или борщ, или там еще кое-что. Или еще что-нибудь сделать. О, Егорка ворвался, молодец. А, Хоми, простите, Хоми ворвался, всех разъебал. Вообще, своих, чужих, просто нормально. Молодец, фраги делает, самое главное. Может, он пользуется моим советом как раз и старается просто расстреляться уже, там неважно, свои, чужие. Вот, вот, смотришь. А трени на своем хотя бы, пихуй же. Наши карты проебались, неважно. Ой, Егорка, смотри, попал. Да, вот иногда бывают у них моменты, но это, наверное, сейчас уже Ерол подрасслабились такие, пиху, мы уже что, все взяли, ну, как бы насрать, в общем, и целом. Поэтому, да, концовка такая, она... Просто люди расстреляются. Ну вот поэтому я тебя приберегал на преследок, понимаешь? И на самые вот интересные матчи, типа там не против СФ, вот, или... Попал в акваду сейчас, молодец, хорошо было. Ну да, под конец уже дают им фраги собирать, уже так подрасслабились, и роллы, потому что... Фраги почёта, так называемые. Ну да, да. Хотя у Егорка нас... сейчас пытался стрелить с Абалетика. Победа по картам или по счету? Картам, разумеется. Именно поэтому интересовался, что будет третьей картой, но не знаю, будет ли она вообще. Я-то, конечно, вот с детства за Егоров, когда за Иролов не играет трэш, потому что трэш... Подожди, на детство, конечно, Джерк сказал, что купит мне бургер, если Иролов выиграет. Так. Да, Джерк просто он не делает проигрышных ставок. Я вообще ставки не делал никогда, я всех наебал на самом деле, но бургер куплю, что здесь я базара нет. Вот так. А я пройду, запоминаю быстро. Ну, это мы хоть хорошо, мы подружимся, конечно. Я тоже покушать не против. Так, ну тут как бы, да, понятно. Ерол, конечно, согласно их названию, катком прошлись нахуй по Егорам. Вот, да, тут вообще без шансов было. Посмотрим, может быть, Эрфюрн что-то покажет, тем более, что Егорки будут у нас за Ребелов играть. Вот. Ну, там, конечно, тактика нужна все-таки. То есть там... Мэп, сорбан. Да забань их нахуй сразу, чё, ждём, блин. А, или бан-карт ты имел в виду? Я не то подумал. Не-не, ты всё правильно подумал, типа клатч, кик, вот это. А, ну всё, замечательно. Клатч, это женская что-то, да, такая сумочка?